Здравствуйте, дорогие дачники! Вы на канале Дачница Марина. Вечернее время, а мы стремимся скорее на дачу. Приехали мы поздно вечером, а утром ожидала вот такая красота. Груша вся в цвету, и пчелы в ней жужжат. Просто красотища! Распустились первоцветы, нарциссы, тюльпаны, примулы. Мы отправились в магазин и неожиданно для себя увидели беседку, которую хотели сразу же купить. Беседка нам очень понравилась. Вот нам ее доставили. Она очень хорошая, качественная, очень хорошо сделана и довольно-таки вместительная. 8 человек вмещается в такую беседку. Больше всех доволен мой муж. Прям для него целый подарок. Catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling. Wanna come a little closer? В этом году мои хвойные растения очень плохо вышли из зимы. Многие туи погорели, ельконика в очень ужасном состоянии. В прошлый выходной я ее обрабатывала цирконом. Вот в этот выходной еще хочу побрызгать эпином. И вот новое приобретение. Купила пихту, которую тоже в этот раз мы должны куда-нибудь посадить, найти ей хорошее местечко. Эти выходные мы посвятили уборке нашего участка. Очень много было уже травы, мы ее покосили, обработали растения, ну и немножечко привели в порядок грядки, убрали сорняки. Одуванчиков уже очень много. Вот так уже поднялись ирисы, скоро зацветут. В общем, наводили к пасхальным выходным порядок. Вот так мы преобразили нашу беседочку, сделали скатерть, поставили букет. Стало очень симпатично.
Сверху повесили лампочки на солнечных батареях. Ну, вот так выглядит наш участок. Мы поставили новую арку для клематиса. Покосили газон, сразу заиграли наши хвойные растения на его фоне. Убрались, навели порядок. Следующие пасхальные выходные у нас уже красота. Облагородили качели, одели на качели сидушку, крышу, преобразили беседочку, навели красоту. Гортензии начали распускать свои листья, появились ирисы, поднялись, все очень красиво. Ну а так как следующие выходные пасхальные, я решила украсить свою яблоню. Нас на даче не будет, мы будем отмечать Пасху дома, в городе. Ну а вот здесь, на даче, на участке, пускай будет вот такая красота. Очень мне понравилось, как это смотрится. Итак, дачный сезон открыт. Наступила еще одна очередная весна. Мы ждем Пасхи и скорого времени посадок. Следующая неделя нас ожидает заморозками. Но нам не привыкать. Май у нас всегда бывает переменчивым. Дорогие друзья, на этом я свой влог заканчиваю. Очень буду рада, если вы будете посещать мой канал. Надеюсь, что вам понравилось.
Жду вас снова в гости. Всего всем доброго!